Черепаший пляж, Запала Бэй. Это к западу от Епископи. Бухта, которая очень ограничена по доступу, ввиду того, что разрушенную дорогу перегородили камнями, и дойти сюда можно только пешком. 1,5 километра примерно от ближайшей парковки напротив святилища Аполлона. Здесь с октября по май гнездятся черепахи. Вход сюда, как всегда, запрещен с собаками, но никто этого не соблюдает. Но я надеюсь, что ни одна черепаха при этом не пострадала.